Спасибо. Я гей-гейок и хочу, чтобы меня тарабанили. Марафон детских игр продолжается на канале Влад Валака. Так, ладненько, начинается марафон, пацаны. Значит, как и обещал, да, сегодня поставлю уже точку, наконец, в Жампа Кинге, да, то есть прыгающий король. То есть сегодня я пройду точно, сейчас я с новыми силами, да. Вот тогда я просто ночью играл, там сонный был, да. Вот, сейчас я с новыми силами рано, сейчас покажу, докажу свою мощность, да, то есть прыгающий король. Сейчас я пройду быстренько спидран, да, сделаю по прыгающему королю. Сколько минут? 20-30 дайте мне, чтобы я его пораспидранил уже. Ну, я думаю, да, минут 20-30 и попрет потом, да. Ну, кажется, с Богом, погнали, сейчас я быстро пройду, пацаны. Да. Сейчас вспомню, ща пацки. Давай. Блять, брат, сука. Не прёт. Ну сейчас пойдёт, сейчас я немножко в тонус войду сейчас. Сейчас настроим. Нормально. Пасыки, а есть какая-то такая шампунь, да? Или какое-то такое средство, чтобы на голове волосы росли у человека. Придурочка вот этого. Все вниз и вниз. Все вниз и вниз. Ну ладно, старый, не бородись. Прохладно. Ты же знаешь, что я любя. К тому после того, как ты отдал мне часть своих волос для бороды, у меня нет морального права тебя душить. Сделай нормально всем прическу, блядь. Пошел ты нахуй! Все вниз и вниз. 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 Блядь, ты заебала, блядь! Ну почти же, блядь! Ну сука, то переспердел, то не добздел! Диня, готов поспорить, что твое имя шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, Диня-диня-диня-ди-садись-садись-а, кролик-кролик, ха-ха-ха-ха-ха, женское тело плачет, эти кроль-кинг, трич-хай-бай-рэр-рэр. Ну-ка, сок настоящий, сам выращиваю, у меня там во дворе яблоки растут, там всякое там растет, еще груши там растут. Твоя мать кто? Блядь, тварина, сучка. Привет, пизда. Дедуля. Желаю тебе всего самого наилучшего. Ты старая дружище. Скотина Угуард с легачей будешь проходить, да. Дед. Да-да, привет. Ля, блядь! Да ты шо, сука! Ааа, блядь. Дедушка, давно я тебя не было. Я чуть не умер без тебя. Дело в том, что уже несколько лет я какаю только под твои стримы. По-другому уже не получается. Вот только что закончил. Молодец, дай пять, иди когда на... О, привет, привет. Здравствуйте. Да, это я. Как у тебя дела? Да нормально, как в школе. Хоп, и пацан убежал, заплакал. Вот и все. Блядь. Женщина, сука. Тварь. Ты женщина, понимаешь? Твоя мама женщина. Обидно, кстати. И камнем не прыжет. Прыгай вниз и не бойся. Тихо шепчет мне в душу. Знаешь, что тебе надо делать? Нет, я не знаю. Все вниз и вниз, все вниз и вниз. Все вниз и вниз, и вниз и вниз. Что делать нам? Все вниз и вниз. Ох, да, самарская кадетель началась. Денис на низ, Денис вниз. Вниз Денис, Денис на низ, Денис вниз. Вниз Денис, Денис на низ, Денис вниз. Вниз. Когда-то мы не верили, что дед пройдет Макитру.
прошел. Да. Прошел и шарик для гольфа. Да. Рано или поздно он эту хрень пройдет. Да, пасеки. Верим. Да. Надеемся и ждем. Будет, давай, будет дедушка, концепция. Ты сможешь. Пушистых пост и на ота. И нота. Блять, твоя мать тёлочка ебаная. Эй, ты, сучка, давай траки. Сука, блядь. Блять, твоя мать, сучка! Обычно я сру хорошо только, когда ты про мета-блоки рассказываешь. Но сегодня я не могу слезть с унитаза. Дед, хватит играть в это. У меня уже шоколадный глаз не выдерживает. Сейчас треснет. Я этот поток сохраню только в том случае, если победа будет. А она будет, понял? Ничего меня не остановит к победе, вообще ничего. Только если интернет запингует или залагает, или еще там какие-то бедствия стихийные начнутся. Все. Ля тварь. Про Никинем и говорит человек с ником Глад Валакас, прикиньте. ХМ. Да, я играю за гладиатора в линейдже. Тогда буду Гладом. А еще там есть дракон в Валакас, и я такой же крутой, как этот дракон. Да, это так и чё. Гуда. Быстро, мама, папа, пизда. Ёбаная сучка. Я же, сука, чувствовал. Тихо. Чисто разбавим обстановочку в подъемах с переворотами в падении. Как называется ситуация, когда мать карлика отпускает его погулять с друзьями? Низкое разрешение. Один скажет пушистый хвост, а миллионы скажут енота. Блять, вот тут не допрыжек. Ах ты хуйня, сучка. Блять. Вау, привет, тёлка. Блять, заебал мне тут уголок, сука! Ах ты ж тварь! Ах ты девочка! Манюта! О боже! Ну что же? Мама, мама, я в кино попал. Блядский криминал? О боже, тебя в жопе кал? Хочу за прыжочек мамку, блять! Ах ты ж сучечка! Вот это все. Пасеки скрыним. Скрыним пасеки. Скрыним, скрыните, да. Блять, пизда в дырку. Мама, пизда. Блять! Представь. Сука, я сейчас возьму эту конвульсию, раком загну и скажу, гой до пасеки. И всем чатом дернем эту сучку. Блять, вот зачем ты упал туда, куда не надо? Господи, так и знал, что этот сын матери упадет туда, куда не хочется мне падать. Валера сладкий, блядь. Если пройдешь сегодня игру до конца, ночь проведешь со мной и Олькой, а если не пройдешь, то с Миланой Романовой. МММ? Подчеркивание циркумфлекс. Ты что пришел, ты дурак? Что ты пришел? Меня упасть туда, чтоб я, или как? Ты! Ну на тебе цветы маленькие, не надо злости здесь. Пошел ты на... Кушать, Вася ворон. Кушать, Вася хочет кушать. Нет. Блять. Я твою мать воронил, хуйло, блять. Ты шо, сука, тварина, позволяй. Ух ты, говно. Так, ну прыгаем, допустим, от края. Вот отсюда, от самого края. Резким туда, вправо. Да, попадаем туда. А там дальше непонятно пока что куда. Да, ну там разберемся. Главное, чтобы не вниз. Не, ну в принципе в самый низ упасть уже нереально.
у тебя все реально. Бать, пизда, все. Привет, у тебя где дела? Блять, твоя мать собака. Это все, это пацан умер. Ну тут, пожалуйста, не дышать. Это просто бред. Итак, пасыки. Концепция утеряна. В чем прочь? Валера, привет. Хай, всегда интересно послушать твои мудрые мысли в делах любовных. О, ты опытен и самобытен. Да. Такие мужчины пользуются успехом женщин, да. Иногда даже у мужчин. Подскажи, зачем ты сосал сверчку? Понял, как у тебя в школе хоть дела-то? Объясни пацанам хоть. Похекай, все пацаны с тебя. Чмонька. Чмонька! Рэпка. Охо, у тебя, сука, новый бред. Блять, твоя мать бред. Блять, твоя мать, она меня знает. Зачем она так соврит со мной? Тихо. Тарон дон дон, эрон дон дон дон, таран дон дон дон. Ауауауа, кризис шнайп, дейблуан ей-ей. Ауэ, шага-шаг-шаг. Блядь! Привет, деда. Как насчет какой-нибудь страшил Руя и Денати? Леща. Блядь! Сука! Которая постоянно ломается. Дай ему пару советов. Точка, люблю тебя. Блядь, за что мне все это? Опа, эти... Блять, перелетка, недолетка, мамка, блять, отрыжка. Жмышенка сосила, жмышенка сосила, жмышенка сосила, жмышенка сосила, жмы. Пацгу хапать. Осуждаю, тварынка! О боже, я упал. Тихо. Блять, ебаник твой сучий! Мама, мама, я дебил! Опция редка 2014 Доминикана. Блять, труба, труба! Ой, боже, сучка, блять, да заебала! Пизда! О! О! Дед. Да. Хогвартс Легаси уже можно играть, если Deluxe издание купить. Моя жена уже 3 часа проходит. Ты позволишь, чтобы женщина прошла игру быстрее тебя? Покажи нам мастер-класс. Как твоя жена успела пройти игру, если она только что была на моем писюне? А? 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 Парируй, давай. Либо будет перелет, либо недолет, сука. А вот сюда не попасть, ну никак вообще. Да. Потому что я смотрю от самого краюшка. Не могу еще. Опа, еще. Опа, еще. Опа, еще. Опа, еще. Опа, еще. Опа, еще, сучка! Блять! О боже! Пизда. Мама, привет. Здорово, дед. Я поиграл в эту игру и скажу так. Да, ты прошел, кто наверное. Смеется над дедом, блядь. Попробуйте сами хотя бы до стоков дойти. Это рил трудная игра. А тебе, дедуля, терпение. Я глянул прохождение. Она очень длинная. Деду, а это да. Точно спидран. Спидран, а да, блядь!
только чуть-чуть с эффектом лоу-рана, но это так, разминка. Спорю на 10к, что через час ты все так же будешь падать лицом вниз. Хотя смысл игры в том, чтобы забраться наверх, точка. Ну в общем, если через час прогресса не будет, предлагаю тебе полирнуть ртом свою мини-лысину. И буду играть до тех пор, пока не пройду, то есть может быть даже всю ночь, может даже до завтра, может послезавтра. В чем проекте? В чем проект, дядя? Блять, это сука твоя мать, она дырка! Ах ты тупая мама. Короче, сука, я сейчас выйду отсюда, нахуй. Отвечаю. 11 тысяч прыжков, нахуй, яхуя. Ну-ка, сохраняем, да. Я не сдался. Я просто хочу... Деда, реально... я вижу, как твой скилл растет с каждым днем. Как пройдешь Юмпкин, как насчет сделать спидрын-марафон? Макитро плюс коробка плюс Юмпкинг за один стрим.